Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам баг с броней в Майнкрафте Pocket Edition. Возможно, многие не замечали, но баг появился в 13-м билде, почти перед самым релизом. Но для того, чтобы работал баг, нам понадобится одеть броню. Будет ли она алмазная и золотая, решать уже вам. После чего мы должны залезть на настройки и включить режим селфи, а так сказать, называемый режим от третьего лица. После чего просто мы должны присесть, и у нас появится такой забавный и смешной даже баг. Ну, возможно, в релизе этот баг исправят, и если разработчики это заметят, ну, возможно, им уже сообщили поклонники этого Майнкрафта. Также мы можем увидеть этот баг, и когда мы зайдем в инвентарь, если мы снимем броню, то баг как бы исчезнет, но когда мы оденем, баг опять появится. Это выглядит очень довольно забавно и смешно. Я не знаю, будет ли это выглядеть в локальной сети, точнее, будет ли это видно. Ну, выглядит это, я опять скажу, смешно. Так, что вы тут столпились? Пошли купаться. Так, и ты давай иди. Иди. Ну-ка, давай, я тебя заставлю. Не хочешь? Давай, иди. Вот, все, купайся. Ну, что ж. Если мы вернемся в обратный режим, то бага уже не будет. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.